Теперь смотреть кино со старой пленки в Барнауле негде. В кинотеатре «Премьера» прошел крупный ремонт, который завершился только в декабре. Кроме кресел заменили и технику. Это цифровой кинопроектор, тут видеосервер внутри у него, как бы носитель, жесткий диск, показан, ну, в принципе, как компьютер. А здесь пленочный кинопроектор, заряжается пленка, проецируется на экран. То есть здесь все руками? Здесь все руками, а здесь машина сама показывает. Только запустите все. Благодаря обновке теперь и в единственном государственном кинотеатре города можно смотреть кино в хорошем качестве. Здесь проходит 4 сеанса в день. Но соревноваться с крупными сетями в «Премьере» не хотят. Мы хотели бы показать для зрителей Алтайского края то кино, которое они не увидят в других кинотеатрах, и даже с вопросами и обсуждениями этого кино. Документальное какое-то интересное кино, затрагивающее нравственные проблемы, с обсуждениями режиссеров, искусствоведов и других представителей кино или искусства. В прокате «Премьеры» фильмы отечественные и зарубежные. В контексте общей городской афиши это альтернативное кино. А вот у жителей села Смоленского альтернативы нет. Кинотеатр один, и туда закупают только популярные массовые картины. Всего таких залов по краю 12. Работаем мы 2 месяца как. 7 февраля уже будет 3 месяца. Но посещаемость у нас, конечно, улучшилась по сравнению с открытием. Приходилось как бы собирать зрителя чуть не по домам первое время. Но чтобы заполняемость зала была полной, такого у нас, конечно, нет. В Барнауле зрителей больше, но не на интеллектуальном кино. Фильмы программы Nordic Shoots можно увидеть по всему миру, а в Барнауле только здесь, в кинотеатре «Премьера». Здесь их транслируют с русскими субтитрами на языке оригинала, что, в принципе, для Барнаула редкость. Это все-таки кино для любителей кино, настоящих любителей, ценителей этого искусства. А тем более скандинавское кино – это такое, скажем, своеобразное кино, которое нужно все-таки любить и понимать. Не каждый, я думаю, что сможет это посмотреть. Поэтому не показывают. Всего в программе 6 фильмов. С 23 января их будут показывать подряд. В сумме продолжительность сеанса чуть больше часа. Картины разного жанра и тематики из общего только авторы. Скандинавы. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком.